Друзья, всем привет! Сегодня 29 января. Меня зовут Наталья, рада приветствовать на канале Дачный рай. Забрала долгожданную свою посылочку с Краснодарского края. Вот такие вот две коробки, точнее три, здесь две вместе соединены. Это полуфабрикаты крупнолистной гортензии. Очень долго, в общем, была в дороге. Плюс два дня лежала на складе, потому что транспортная компания не работает субботу, воскресенье. В общем, всего получилось 12 дней вот в таком состоянии. Шла посылка, получается, с соблюдением температурного режима. И помимо этого, как видите, коробочки очень хорошо упакованы в утеплитель. Посмотрим сейчас, как они себя чувствуют. Быстро заношу сейчас их домой, чтобы лишний раз не держать на улице, распакую и уже все покажу. Друзья, ну что, открыла я коробочки свои. Хотела, вот не доставая, показать вам, какая в итоге упаковка. Очень хороший плотный картон. И посмотрите, как здесь придумано. То есть разделены как бы ячейками такими. И каждая ячейка соединена вот такой вот деревянной палочкой по длине всей коробки, чтобы сама вот эта ячейка не двигалась, чтобы все это было, так скажем, ну, достаточно прочно. Вот коробка, вторая коробка такая же, все на распорках, и еще одна небольшая коробочка, здесь 4 штучки. Можно немножко выдохнуть, конечно, они здесь все влажные, конденсаты появился, то есть все равно они влагу испаряют, а понятно, что в закрытой коробке девать ее некуда. Но не замерзшие, все целые. Сейчас вот они у меня так постоят, вот в таком вот состоянии, приоткрытом немножко. Потом я их достану, поставлю не под подсветку, поставлю просто вот здесь вот, где у меня есть окошко, дневной свет. На пол поставлю, он у меня такой прохладненький, чтобы немножко побеги подсохли. Вот где-то вот есть прямо, видите, налет такой белесый. Вот здесь вот даже начал побежек портиться. Поэтому, конечно, буду делать обработочку от болезней. Вот здесь вот жалко, конечно, вот поломался. Но это вот единственный, получается, горшочек, у которого вот так поломано. Видимо, она выше, чем нужно была. Выше самой коробки. Вот. Но так в целом, вот, смотрите, состояние хорошее. Все зелененькие, влажные, конечно. Ну вот, стоит, конечно, кто, допустим, везет, там средняя полоса. Сибирь, Урал, ну, про север я не говорю, не знаю, туда вообще привозят крупнолистные. То есть все-таки лучше заказывать теплую доставку, не экономить на этом. Да, конечно, она не дешевая, но оно того стоит. Чем потом придут вам замороженные, непонятно, в чувство, как их потом приводить. А тут, видите, вот даже с конденсатом, вот сейчас будет просто обработка. Обработку чем буду делать? Но, скорее всего, буду делать скором, потому что температура здесь у меня, ну, как бы не холодная, поэтому уже как бы не хомом можно, а скором. В скор добавлю эпин, чтобы снять немножко стресс вот при такой обработке. Вот, несколько дней они у меня постоят в таком состоянии, адаптируются, подсохнут побежки. И потом я буду делать им пересадку. Так, и, друзья, вы у меня интересовались по сортам. Сортов у меня, получается, здесь пришло 18, но всего 22 гортензии. То есть каких-то сортов я заказывала по 2 штучки. Те, которые вот мне прям запали, захотелось мне их в большем количестве иметь у себя. Ну, так как я сейчас не буду при вас, конечно, все эти горшки доставать, они пока еще постоят. Вот, давайте посмотрим, какие сорта. Фрэнси Блю, Флейм Хот Пинк, Флорентина, Фаня. Даже не Фаня, а Финя, наверное. Финя читается. Вот. Я их заказала 2 штучки. Свит Липс Пурпул, Глосси Липс Ред, Балладия Пурпул,
Кайперина тоже заказала две штучки. Так, что у нас дальше? Так, Royal Red Purple, Saxon Bright Red, Speedy Red Purple. То есть сорта, которые были в наличии, там, допустим, синие и красные, да, или розовые и голубые, я заказывала что-то одно из них. Я не заказываю один сорт разных оттенков. Там уже потом, знаете, можно со своих маточников там экспериментировать после снятия черенка с черенками, экспериментировать, подкрашивать, если это надо. Так, дальше Pink Sensation тоже две штуки заказала. Red Eyes. Вот здесь вот Taylor Cardinal Lilas не было. В общем, не пришел он у них. Но зато Tivoli Blue. Очень красивая гортензия. Две штуки заказала. Taylor Dark Angel. Samba. Вот я считала, что Samba Rio. Samba Fire. Это серия Rendezvous. Видите? В скобочках написано Randy's Vows Collection. Так, и вот из коллекции Stars, You and Me Together, Rose у меня есть. Еще вот две такие гортензии появились, по две штучки я их заказала тоже. You and Me Star, Geyser, You and Me Wedding Gown. Вот смотрите, какие окраски. Обалденные просто. Так что вот, друзья, что касается черенков, черенки, ну, что-то, может быть, поштучно там будет к лету, не знаю, не обещаю, но к осени точно будет. Вот, поэтому имейте в виду, смотрите, сколько красоты. Привозила, ну, уже второй год я привожу из Краснодарского края, город Армавир, это, ну, я думаю, что всем известный, Flowers Армавир. То есть вот такие вот заказики, упаковка супер, конечно. Ну, что-то у них там сейчас еще осталось, конечно, в наличии, но выбор уже не такой. Потому что я заказывала прямо в первых числах декабря. Вот. Ну и, соответственно, кому-то отправляют они весной, отправляют. У кого, видимо, нет возможности сохранить гортензию до лета. Вот, но я вот уже второй год привожу именно конец января, начало февраля. Вот, друзья, на этом все. Проработаем дальше. Всем хорошего просмотра. Всем пока-пока.